Понимая сложные условия, в которых в этом году оказались сельхозтоваропроизводители России, компания «Росагролизинг» сделала настоящий подарок фермерам нашей страны. Какой именно, расскажет наш корреспондент Ольга Савенко. Учитывая тот факт, что в начале 2021 года ожидается рост цен на сельскохозяйственную технику и оборудование, это действительно будет отличным новогодним подарком для тех, кто работает на земле. Впервые в истории компания «Росагролизинг» запускает акцию «Раннее бронирование», которая предоставит аграриям возможность приобрести технику и оборудование на максимально выгодных условиях. В акции участвует более 20 крупнейших производителей техники. «Россельмаш», «Петербургский тракторный завод», «Брянсельмаш», «Евротехника», «Агросервис техника» и другие. При оформлении на сайте «Росагролизинга» заявки сельхозтоваропроизводитель получает сельскохозяйственную технику на следующий год с фиксированной уже ставкой, то есть по старым ценам этого года. Помимо этого, производитель сельхозтехники дополнительные скидки им делают. Кроме того, акция «Раннее бронирование» предусматривает ряд дополнительных льгот. Технику можно приобрести без начального взноса. Есть и отсрочка платежа по основному долгу до 1 сентября 2021 года, что дает возможность аграриям республики подготовиться к посевной кампании уже сейчас, а начать платить основной долг через полгода после завершения уборочной кампании. На это могут рассчитывать все аграрии, которые имеют более 2 лет опыта работы в сельском хозяйстве, так как при рассмотрении заявок это все учитывается, сколько лет работает, какие у него финансовые возможности и так далее. Акция «Раннее бронирование» будет действовать до 31 января. Так что у фермеров Карачаево-Черкесии еще есть время, чтобы приобрести новую технику по старым ценам. Ольга Савенко, Расул Бердиев, «Вести Карачаево-Черкесия».